10 апреля. Сегодня наш паучок, самец, который у нас прожил около полугода, то есть, во всяком случае, всю зиму, всю осень и часть весны отправляется на природу. Будем пробовать сменить его на самку. Вот, забеспокоился. Так, готовимся к отлову самки тарантула. Жвачка у нас есть на сегодня и нитки. Но это, собственно, тяжелая артиллерия. Если первая не сработает. Жвачку будем использовать в качестве приманки. Ну, будем опускать на нитки. Посмотрим, что получится или не получится. Обычно ловят на пластилин, но не всегда получается. Все, в Эллинском лимане. Ветерок. Погода, в принципе, хорошая. Вот такое вот замечательное живописное место. Думаю, здесь и выпустим нашего паучка. Все. Побежали. Давай. Найдет себе и самку, и обзаведется семьей. Итак, нашел несколько нор. Вот у нас тут одна норка, но небольшая, правда. Вот вторая. Хотелось бы, конечно, побольше, но попробуем на этих, а дальше как пойдет. Итак, пробуем. Как раз сюда помещается жвачка. Посмотрим, что получится. Уже были норы поменьше, но поменьше меня не устраивает. Тут пока ничего. Попробуем здесь. О, что-то цепляется. О, ну, может, это, конечно, не паук, но посмотрим. Вот такая вот глубина, сантиметра 20, хотя обычно больше бывает. Может быть, застреет шарик, не доходит до конца, посмотрим еще. Не, что-то пока пусто, посмотрим еще. Так, очередная норка. Ну что ж, попытаемся. О, тут покрупнее, чем раньше. Да нет, что-то не клюет. Может, ему жвачка не нравится с ментолом. О, блин, я не могу понять, это просто шарик поперек становится, либо это он... О,
Блин, не понимаю. Левка, да? Ну, фиг его знает. Так, а вот тут вроде бы уже жилая нора. Опять же, если не удастся вытащить с помощью жвачки ментоловой или мятной, придется копать. О, тянет, тянет, тянет. Вот он тянет. Оп, давай еще. Подразним тебя. Теперь его нельзя выпускать отсюда. Так, посмотрим, будет ли он реагировать на этот мячик. На жвачку давай. Тарантул тут и точно есть. Но вот на эту штуку ловиться он не хочет ни в какую. Вот кусает, отрывает от нее куски и все. Не. Окей. Так, боюсь лопату сломать. Ну, где же ты? Давай, вылазь. Неужели ты лез обратно? Да не, ну. Ну, ребят, ну это уже совсем наглость. Да, смотрите. А вот и он. Замаскировался. Типа я тебя не вижу. Вот она, вот. Крупная самочка. Ну, не такая, как хотелось бы. Итак, пауки-волки, которых я набрал на случай, если вдруг не смогу поймать тарантула, отпускаются на волю. Разбежались. О. А тарантула мы будем ловить в баночку. Детский сад. Давай. Давай, давай, давай. Какая крупная самка, ладно. Неудобно одной рукой. Полы у меня одной рукой. Никогда не повторяйте этого дома. Тарантулы ядовитые и могут больно укусить. Давай туда в баночку. Давай. О, какая самочка.
Все. Теперь будет жить у нас вместо самца. Здрасте, один паук не убежал. Ладно. Так, это закапываем. А то я думал, уже не поймаю, блин. Ну сколько же можно испытывать мое и без того потрепанное терпение. Все, як так и было. Фух, ребят, это было нелегко. Ну то есть, видим, нитка с жвачкой. Вариант так себе. Так, а тем временем биологи ушли уже далеко. Надо догонять. Итак, мы вернулись. В общем, план был выполнен и даже немножечко перевыполнен. Итак, у нас есть. Тут такая же... А, вот она. Вот она. Вот. Короче, ну, она прячется. Не знаю, будет ли видно. Вот-вот. Короче, скалопендра. Вообще их две штуки, конечно, но одна, наверное, уже съедена, которая помельче. Ну, это раз. Дальше. Минуточку. Минуточку. Ну, блин, оно еще открылось. Короче, это... Эй. Не, жив. Это два. Это то, собственно, ради чего. Ради чего мы сегодня отправлялись. Ну, самца отправили, самку поймали на замену. Так, это два. Так, 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 так. Земля для паука. Ну, то такое. И маленький презент родным. О. Это где-то в террариум положим. Красивенько будет. Вот. Так что, в принципе, рассчитывал отпустить паука, второго поймать. И скалопендру, может быть, а в результате еще и маленький презент. Так что прогулочка удачная. На сегодня все. Итак, следующий день. Значит, нору паук не рыл. Но муху без проблем взял. Вот сейчас как раз употребляет. То есть думаю, что приживется. Предыдущий паук тоже почему-то нору не рыл. Раньше как-то все остальные рыли, а вот два последних чего-то вот как-то у них с норами не задалось. Возможно, поняли, что ловить добычу можно и не копая норы.